Друзья, всем привет! Мы зашли в Good Wine для того, чтобы выбрать пиво для нашей серии ивентов, которая называется Bottle Sharing. Привет, друзья! Мы в Good Wine. Андрей Брукс здесь. И, короче, куча всяких новинок приехала сюда за последний месяц, наверное, да? Ну, да, где-то за месяц, за полтора. Вот. Сейчас будем выбирать для нас какие-то прикольные сорта чего-то такого эдакого сумасшедшего для того, чтобы порадовать вас на наших ботл-шерингах в Харькове и в Киеве. Вот. Поможешь? Да, погнали. Так, вот эта штука мне интересна. Это какой-то некий брют Нельсон Савин, это типа делается, я так понимаю, этими шампанскими дрожжами пивас. Да, скорее всего, конечно же, еще это все выдерживается в дереве. Угу. Вот, а вот это да. Пиво я, кстати, пил когда-то на одном из фестивалей в этом, в Таборе, покупали там. Оно стоило, конечно, дешевле, крон 200 тогда оно стоило. Вот. Это Barley Wine. Это Barley Wine, да. Но он такой, я бы сказал, American style, хорошо охмеленный. Ну, круто, круто. Короче, вот эти два мы точно будем брать. Корова на льду, она была уже где-то. Да, у нас он был в бутылочном варианте, сейчас приехала в баночке. Угу. Ну, я так понимаю, это обычная IPA, типа не хейзи, без никаких приколов. Содержит овсянку. Микелер любит добавлять немного овсянки везде. Это да. Ну, по вкусу достаточно яркий. В целом, должен сказать, что он хорош. Так, Nuclear Hop Assault. Здесь тоже буйство хмеля, короче, сильно горько. Подготовить стакан воды или бутылку короны, чтобы запивать сразу, чтобы балансировать. Вот это прикольно, есть две версии пива. Это все Belgian Wild Ale. Различается он крепостью. Это напоминает Orval, может быть, не такой сухой. То есть это не привычные, там, сброженные бретономицетами. В них нету такой вот кислотности. Так, ну здесь старый добрый портер, это мы пили. Да, здесь да. У нас Session IPA, какой-то Deception Session IPA. Окей, Birgit Flat White. Это будет интересно 100%. Stateside IPA. Это что-то в американском стиле IPA, да, насколько, да, судя да, по да, всему. Да. Так, это Single Hop серия, спонтанная Single Hop серия спонтанного брожения на Centennial. Да, это действительно кисло и немного даже напоминает такой, знаете, рассольная такая у него есть кондиция какая-то. И наконец-то, что у нас тут, это... Wine Ale, это пиво с виноградным соком, лактозой, сброженное шампанскими дрожжами. Держу вас в курсе, следующее мероприятие мы планируем в Харькове, и еще одно мероприятие мы планируем в Киеве. Поэтому следите за информацией в Инстаграме, в Фейсбуке, здесь в Ютубе.